Сбой в работе оборудования Безымянской ТЭЦ произошел в 8 часов утра в субботу. В зоне действия аварии оказались 182 дома, почти 10 тысяч жителей Советского, Кировского и промышленного районов. Отопление в квартирах не отключали, батареи работали на пониженном давлении. В каждом из трех районов было создано утром штабы. Штабы оперативно отработали и пошли вместе с управляющими компаниями обходить подомовой обход. Мы фиксировали температуру, которая понизилась немного. Социально значимые объекты, которые также попали в данную зону, были взяты под контроль, и понижение температуры ниже 20 градусов не допущено. К обеду технические неполадки на ТЭЦ устранили, провели восстановительные работы. Тепло возвращалось в квартиры постепенно, до 18 часов субботы. Причины технологического нарушения будут расследованы, комиссией зафиксированы. Если произошла коммунальная авария, в квартире отключили отопление, в городской администрации и МЧС советуют самарцам звонить на телефоны горячих линий, указанных на экране, и сообщать обо всех ЧП, чтобы работа по восстановлению тепла шла быстрее. Алина Чемерис, Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События.